Я даю слово Роману Карасеву. Он будет вести сегодняшнее наше мероприятие. Я буду ему сесть и помогать, потому что вам будет непросто. Да, Роман Игорь. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего нашего мероприятия. Спасибо большое Александру Леницкому и всему тренерскому коллективу клуба «Дзюдотай» и городу Таганрогу за теплый прием. Я очень рад всегда быть в гостях у вас. И сегодня мы здесь находимся для того, чтобы в рамках образовательно-просветительского проекта, который называется «Боевые искусства. Здоровье, сберегающие технологии». Вы услышали слово такое «здоровье», и оно очень важно. Почему? Потому что если у нас нет здоровья, то вряд ли мы сможем... Вряд ли мы сможем чего-то добиться в нашей прекрасной жизни. Поэтому сегодня попробую показать вам те упражнения, которые мы делаем, я, Андрей, Владислав, которые мы делаем на протяжении всей нашей жизни, а мы все занимаемся дзюдо и айкидо много-много лет, которые нам позволяют поддерживать наше здоровье, хороший, оптимальной и эффективной формы. Надеемся, что вам эти упражнения понравятся, и вы сможете их использовать в качестве своей тренировочной деятельности и вообще в жизни. После того, как мы вам покажем наше упражнение, мы хотим все, чтобы вы собрались здесь вот где-то рядом с нами, и вы зададите нам свои вопросы. И мы попробуем найти ответы на ваши вопросы. Потому что некоторые упражнения, может быть, дадут вам какую-то почву для того, чтобы у вас что-то там в голове закрутилось, и вы захотите задать нам какой-то вопрос. А вот почему так, а почему так? И мы попробуем найти на них ответы вместе с вами. Договорились? Ага, хорошо. Вот. Сейчас я дам слово Андрею Владиславу, они еще тоже пару слов вам скажут, приветствую. Ну, дорогие мои слушатели, сказать, что дзюдо – это тот вид спорта, который можно практиковать. Мне 62 года, и я практикую всю жизнь этот вид спорта. Могу вам сказать, вполне достоверно, что все вот эти вот слухи о том, что карьера спортсмена кончается там, после 25-30 лет, это точно, я имею в виду как бы, да, это все не так. На сегодняшний день есть так называемые возрастные соревнования, это начиная с 30 лет и уходит этот возраст в бесконечность. Я имею в виду соревновательность. То есть начиная с 30 лет, начинается там так называемая ветеранская мастерская соревновательная дзюдо, М1, 30-35 лет, М2, 35-40 и так дальше, М3, М4, 5. В этом сегменте спортивного соревновательного дзюдо проводятся чемпионаты России, чемпионаты Европы и чемпионаты мира. Более того, с недавних пор начали проводить некую, она так называется, негласно так называется, ветеранская олимпиада, которая присутствует практически все олимпийские виды спорта, в том числе и дзюдо. Она проводится на следующий год после проведения обычной олимпиады. И это такие, вот эти все соревнования, о которых я говорю, да, это масштабные соревнования европейского и мирового уровня, со всей атрибутикой, с полной атрибутикой всех этих соревнований. Несмотря на то, что они называются ветеранскими, ну, на Западе их называют мастерскими соревнованиями. У нас более распространен термин ветеранов, и ну, от этого суть не меняется. Ну и моя миссия сегодняшнего дня заключается в том, чтобы некоторыми там примерами и упражнениями показать, что подтвердить мои слова, которые я сейчас произнес, да? Ну, реально, вот, в течение сегодняшнего вечера. Спасибо.
Спасибо большое, что пригласили. Что я хотел сказать? Безопасность. Пришли здоровыми, должны быть здоровыми. Поэтому максимально все равно, как бы желательная атмосфера ни была, безопасно. Смотрите налево, направо, вперед, назад, чтобы никто на вас не упал, чтобы никто не упал. Но упражнение постараемся простые, элементарно все делать, чтобы весело вам было, интересно, скажем так, не только для вас, но и для другого. Безопасность. Ну, давайте мы будем начинать нашу сегодняшнюю лекцию. Да? Так, тогда, ребят, давайте мы встанем. Да? Так, мы тогда эту камеру пока убираем. Да. Всего 15 упражнений, но мы сделаем с вами одно. После чего проведет упражнение Влад и в заключение сделает комплекс упражнений своих Андрей. Хорошо? Давайте так. Найдите себе свободное место, так что кто никому не мешал, встаньте. Начнем выполнять упражнение. Можно в каком-то порядке сами найти себе свободу вместе. Вот такое простое упражнение. Но давайте мы его разделим на две части. Как вы видели здесь, первая часть
это тот, кто идет, да, и тот, кто принимает. То есть один отдающий, второй принимающий. Давайте мы сейчас сделаем вот. Посмотрите, а потом попробуем повторить. Делаем с вами три шага вперед. Сейчас только смотрим. Раз, рука вниз показывает. Два, рука показывает серединку. Три, рука показывает наверх. Разворачиваемся, прогибаемся назад. И потом возвращаемся в исходный позицию. Хорошо? Да. Потом то же самое левой рукой. Раз, два, три, прогнулись. И в исходный позицию. Все, давайте попробуйте. Отжимай. Нет, самостоятельно делаем. Это все упражнение мы делаем без партнера. Без партнера. Самостоятельно. Просто. На три шага. Вы должны попробовать делать. На три шага. Раз. Два. Три. Развернуться. Прогнуться. Развернуться. Раз. Давайте пробуйте. Посмотрим, как у вас получается. У больших ребят точно должно получаться. Да, третий шаг, у кого на сверху, разворачиваемся, делаем, прибавимся. Маленькие ребята, тоже попробуйте. Приставили ножку, приставной шаг. Два. Приставили ножку. Третий шаг. Три. И вот здесь мы смотрим, что делаем. Мы разворачиваемся и прогибаемся. Раз. Теперь возвращаемся в исходное положение. Ну-ка, давайте еще раз попробуйте по одному разу. По левой стороне. Я смотрю, кто был внимательный, тот более качественный. Если вы заметили, здесь у нас происходит какое передвижение? Передвижение приставными шагами. Вот мы посмотрим, кто может приставной шаг делать. Кто знает, что такое приставной шаг? Это кто такой приставной шаг? Это... Да, представляю. Раз, два, три, и разворот. Хорошо. Молодцы. Итак, мы с вами научились делать упражнения для того, кто отдает свою силу, да? Вот, посмотрите еще раз, мы покажем с Лизой. Посмотрите. Мы научились делать вот что. Я иду к Лизе. Раз. Два. И вот мой третий шаг. Три. Видите, что произошло? Ну, я здесь вот так развернулся. А теперь мы выполним упражнение, которое делал сейчас Лиза со мной. Но только без партнера. Смотрите, что я делаю. Я делаю шаг назад, разворачиваюсь и также прогибаюсь спину. Раз. И возвращаюсь на место. Шаг назад. Два. И возвращаюсь вниз. Если я правой ногой делаю шаг назад, правая рука у меня сюда идет. Возвращаюсь на место. Левая нога.
такое простое упражнение. Очень простое упражнение мы делаем абсолютно расслабленно. Но главное, что мы должны с вами не упасть. Мы должны ощущать, что мы стоим на татами крепко. Все молодцы. Пап, скоро закончилось? Да. Уже все закончилось. Ну что, получается? Да. Да, хорошо. Итак, мы с вами сейчас научились делать два маленьких подготовительных упражнения. Первое, это кто шагает вперед. И второе, кто шагает назад. Правильно? А теперь мы попробуем с вами соединить первое со вторым. То, что мы еще раз вам покажем вместе с Лизой. Посмотрите. Лиза будет сейчас делать упражнение номер два. Какое было второе упражнение? Мы делаем шаг назад, вот так, да? А я буду делать упражнение номер один. Посмотрите. Посмотрите еще раз. Я делаю раз, шаг, приставил. Два, приставил. И третий шаг, посмотрите, что делает Лиза. И она шагает сюда, и я. Все. И исходное положение. Теперь еще раз давайте покажу. Раз, два, три. Давайте попробуйте найти себе партнеров левой, правой рукой. Гимнастика!
Шаг какой? Линейный. Я иду в линию. Раз. Два. И вот он, третий шаг мой идет. Смотрите, я иду на Лизу. Видите, как она схватила меня? Не за кимоно, вот здесь, а схватила прямо руку. Понятно? Очень крепко. Я обратно ее не смог увидеть. И тянет меня в ту сторону. Я вот сюда подошел. А теперь смотрите. Если она не схватит мою вторую руку, вот эту, то ей будет опасно. Почему? Я могу, потому что сделать прием какой? Конечно, вот смотри. Раз. И вот сюда ее. Она же это знает. И для того, чтобы она ее не бросила, я ее не бросил, что она должна сделать? Схватить вторую руку. И теперь... Я уже никак не смогу сделать прием. Понятно? Мы берем две руки. Давайте еще одну минуту исправим вот эту ситуацию, которую схватили две руки. Thank you.
Ну что, можете повторить? Давай. Кто сможет повторить? Я сажусь вот так. Так, приготовились. Надо сели по местам. Приготовились. Так, начинаем с правой ноги. Поднялись. Поставили правую ногу вперед. Убрали ее в сторону. Правую руку поставили на татами. Приподнялись на левой ноге. На одной руке стоим. Правую ногу просовываем между рукой и ногой. Смотрите куда. Сюда, сюда, сюда стоим. Видите, как разворачиваем. И полностью поворачиваем в ту сторону. Полностью сели на попу. Хорошо. Поднялись. Сели на попу. Поставили левую ногу на татами. Левую. Правую руку поставили назад. Приподнялись на левой ноге. И на правой руке попу приподняли. Правую ногу просовываем обратно между ногой и рукой, ставим на татами. Выпрямили, вернули ножку обратно, поставили сюда, сели. То же самое левой давайте. Раз, два, три, четыре. Повторяйте за мной. Пять, шесть. Поднимаемся. Семь. Правую ножку поставили. Левую ручку назад. Приподняли. Ножку сюда протаскиваем. Поставили. Сюда. Ножку поставили прямо. Сюда. Семь. Можете ставить? Да. Давайте. Левую правую кормами у нас. Здравствуйте. Ром, если нужен микрофон, нажмешь кнопку. Да. Молодцы! Молодцы! Хорошо! Сейчас слово предоставляется Владиславу, который вам покажет другие упражнения, которые можете использовать в своей повседневной и тренировочной жизни. Поэтому я вас научу, коллеги, даже если вы на коллеге упали, то не значит, что вы проиграете. Вы сейчас сидите в телефоне.
И вот мы можем двигаться через руль,
Можем через стиль. Если мы поставим, то... Через стиль. А можем двигаться. Сели, команды нету, ребят. Через спину. Но чтобы двигаться через спину, вам нужно опустить, прижать и через спину развернуть. Понятно? Поменять, опустить, прижать и развернуть. Если вы хотите... Тишина! Если вы хотите двигаться через грудь, то надо опустить и колено поставить впереди. Прижимать впереди. Раз. Ну попробуй. Через грудь, через спину, как? Это ваш не профиль, но ваш не профиль. Нравится? Сейчас еще. Посмотрели, давайте. Да, посмотрите, чему я здесь.
Сиськи партнер, сели на сиденье. Просто дышим. Голову и старайся. Хорошо, как очередная вас оставили. Красиво стали. Посмотрите, чтобы рядом никого не было. Сейчас просто мы с моей парень. Несколько брать не перейдет, и потом они поднимут. Махим в сторону. Так, дальше. Руки постарайтесь сделать вдоль такой, перед лицом, чтобы... Просто махи, легко, свободно. Хорошо. Заходим. Следующий. Мы, смотрите. Упор для силы посередине. Стоп, просто смотрите. Мы делаем вверх, ноги. А теперь просто представляем, как же здесь, сколько все. Все мы делаем, все знают. Thank you.
9 минут. Руки назад, в стороны.